Короче, всем привет, я записываю видео со своей работы. Тут показаны, ну, по телеку, как обычно, бандиты, полицейские. Мужчины друг друга уничтожают, всякую гадость делают. Ненавидят друг друга, понимаешь? Нету нормального отношения, не показывают. Я имею в виду христианского отношения. А теперь я расскажу вам, что сейчас было. Короче, когда сначала то, что с утра... Вот, показывают. Ну, короче, уничтожают друг друга. Чтобы государству не нужны мы. Не нужны. Я хороший для государства, потому что я долго не проживу. Я купил себе энергетик. Значит, какой-то охранник молодой сказал, я уже, по-моему, говорил, или нет? А. Короче, это, блин, телевизор отвлекает. Ладно, похер. Ушел я в туалет. А, один случай сейчас вспомнил сегодня. Мою руки, там на весь мужской туалет одна эта хрень, которая мыло дает. На нее нужно вот так вот нажать. Как бы она такая объемная, ее постоянно, как здесь выражаются, это не моя фраза, пиздят. Короче, как говорит Яков, начальник, здесь постоянно ёршики и все, и даже и вот эту хрень пиздили 8 раз, и те, с кем я работаю, им приходится опять новую приделывать. И короче, я мою руки. Рядом стоит мужик, по-моему, охранник, ну, я не обратил внимания, и он такой спрашивает, а как она работает, типа, он не может понять, как и как, чтобы мыло там на руки получить, но я ему показал, вот, и мы заговорили о том, что я вот эту вот штуку постоянно пиздят, вырывают, он говорит, а, прям полностью всю вырывают. Я говорю, да, такие люди, говорит. Я говорю, да, такой менталитет. Такие люди. Потом, когда шел, сани такие и коробки, чтобы мусор собирать. Значит, вы еще и врете.
Миша сидит. Не буду ему мешать. Короче, а здесь холодно. И такой мужик какой-то веселый на улице такой говорит мне: «О, типа, что-то эмоционально говорит, я уже не помню, как именно». Он говорил, типа, что удивился, что санки сделали, говорит, такие пришлось дорогие лыжи там, ну там лыжины и доска. Я говорю, да, типа, что-то тоже так позитивно отреагировал, что-то сказал ему. Потом вначале захожу в туалет, и охранники, короче, все такие. Я ничего не понял, зачем они, короче, когда я выхожу из туалета, они все идут в туалет, в сторону туалета, в туалет все идут зачем-то, типа проверить, не спиздил ли я эту хрень, хотя она мне была просто вот эта вот, то есть как я ее мог пронести, ее легко увидеть, в одежду если засунул, допустим, ее легко увидеть. Чё к чему, я не понял. Или так случайно сложилось, что они все в толчок пошли. И, короче, я со всеми поздоровался. Ну, уже на выходе. А один, какой-то новенький. Их, точнее, два новеньких, они какие-то странные. Они, короче, первый раз, когда я проходил, ну, вчера, ну, работать. Они сказали: «Эй, здорово!» И кто-то из них, или оба сказали. На меня смотрят, я сказал, ну, что-то растерялся, сказал: «Здорово!» Смотрел так, остановился. Типа, ну, что они дальше будут говорить? Ржать, если ржать, то... Или как, что они хотят-то? Ну, короче, я пошел просто дальше, молча. Мне что-то так не понравилось, ну неловко какая-то ситуация. Ну похер. И сегодня какой-то из них, по-моему, говорит, ну я говорю всем здорово, там все, ну там все взрослые. Ну говорю всем привет, здорово, здравствуйте, там или как, я уже не помню. И он, короче, говорит мне, что здорово или привет, и имя не мое говорит, чужое имя говорит какое-то. Я такой, и пошел в туалет, ну и он пошел в туалет, типа. Хотя такое ощущение, что они там не в туалет пошли, а просто проверить. Вот. Что за хуйня? Ой, простите за мат, прости лучше, прости Господи, прости Господь. Короче, это... Я такое спросил у одного охранника, почему он меня назвал так, ну, сказал такую фразу. Он говорит, да, он всех называет этим именем. Ну, просто мужское имя, только он вообще меня не знает. Ну, я такой остановился, короче, и он такой выходит. Я ему говорю, ну, и, короче, я не помню, как примерно говорил, но я говорю, чувак, понимаешь, меня... Ну, короче, я ему предъявил за это. Ну, типа, не наехал, а просто говорю ему, чувак, понимаешь, меня... Я не помню, как сказал, чувак, меня по-другому зовут, ну, что-то такое сказал. Он что-то мне сказал, я ему в ответ что-то сказал, я, короче, не помню. И еще раз повторил, что у меня другое имя. Он говорит, хорошо, я понял. Ладно, я понял, все. Я, короче,
типа так раздосад, ну как-то что за пошел, короче. А потом, когда я проходил мимо него, ну я просто таблетки не принимаю, и поэтому у меня вот такая есть небольшая. Поэтому я не как овощ, а как какой-то дурачок агрессивный. Ну я ничего не агрессивно не говорю. Я наоборот такой. Я наоборот как овощ сейчас. Я, короче, это. Потом прохожу, там он стоит. Я еще пытался вспомнить, это не они ли у меня тогда отжали инструменты и херачили там. Ну, правда, им надо было. Я, короче, так и не понял, потому что они все в масках. Короче, я это... Проходил, когда мимо него, я такой думаю... Иду и думаю... Ну, не смотрю на него, просто иду. Думаю, если сейчас что-нибудь скажет, какую-нибудь хуйню мне, то придется как-то реагировать, что-то останавливаться, что-то подходить к нему, там, драться. Думаю, как же неохота это все, как же хочется просто приходить на работу. И... Ну, короче, он ничего не сказал, хер знает вообще что. И к тому же я не смогу победить их. Ну, их там двое, как минимум, друзей. Ну, они там, или не друзья, а корифаны там. И они при исполнении еще. По идее, они, у них, наверное, там какой-нибудь электрошокер, или не знаю, что. Вот, интересно было бы узнать. Почему-то вот Бог так хочет, что... Так делает, что только один вот токсичный, вот этот, который до меня доелся, только я сниму, ему как бы дал отпор. Ну, то есть я там полностью показал ему, что я готов с ним драться, что и словесно там, что я, короче, не боюсь его, и что мне на него похуй. Ну, я прям так сказал ему. И он, когда он сказал мне, что отпиздит меня, я сказал, я тебя отпизжу там за гаражи, ну, за этими, где никто не видит, типа. Ну, я зеркально просто ему отвечал, этому охраннику, тогда. И он, короче, стал по-нормальному ко мне относиться. Сначала хмурый ходил, потом стал нормально относиться. Сейчас он, короче, вообще нормально относится, просто... А потом он зашел ко мне в каморку, когда никого не было, и типа, я не знаю, он хотел проверить, агрессивен ли я на него или нет, или что. Я просто никак не отреагировал. Ну, я... А сейчас он, короче, нормально относится. Решена проблема. И тут Бог как бы дает мне нового какого-то долбоеба, который начинает что-то выебываться на меня. Причем они еще более, с ним еще более больше проблем будет, наверное, если они будут выебываться, потому что их двое, они при исполнении. Они как бы более тут, ну как бы, не знаю. Короче, как гидра, знаешь, вот какая-то. Господь, спасибо тебе за то, что ты даешь мне такие проблемы, чтоб меня отпиздили. Спасибо тебе. Видимо, это потому, что я в очках, там, да, волосы длинные, типа. Я просто работаю двое. А, вот, и сейчас что произошло. Короче, я зашел в
газ, купить энергетиков. Там, короче, сидит на кассе, подхожу, говорю: здравствуйте. И это отвечает: здрасте. Ну, я думаю, странно что-то. Здрасте. Видимо, ей не понравилось то, что я ее назвал здравствуйте, типа, что она подумала, что якобы я, типа, ее считаю возраст большой, что у нее. Ну, она как бы пышная, красная, ну, вот сейчас как бы, ну, тупо не, ну, как бы, чтобы вам понять, я not fat shaming, ничего не имею против, я, все нормально, это пышная красавица в маске, с рыжими, покрашенными в красный или в рыжий цвет волосами, ничего не имею против абсолютно, я ничего плохого не сказал просто, то есть я сейчас ничего плохого не сказал про ее характеристики, мне вообще пофиг. И она, короче, странно как-то заговорила со мной, я просто аутичный немного, ну или просто отбитый, или точнее, я опять же не хочу ничего плохого по аутизму сказать, я не знаю, есть ли у меня аутизм или нет, просто у меня я не понимаю много чего в социальном. Меня выбивают из колеи какие-то социальные ситуации, когда незнакомые люди что-то говорят, там что-то такое происходит, когда изменения происходят, я не могу, мой мозг не может адаптироваться. При этом я ничего плохого не имею в виду про аутизм, ничего не хочу плохого сказать, я сам такой. Я никогда не обзываю никого. Ну, короче, ладно, проехали. Короче, я купил светильничек. Два энергетика. Она спрашивает, сколько вам лет? Или сколько тебе лет? Хотя никто у меня еще не спрашивал, так, что к чему, типа, то, что я энергетик, что ли, купил. Я впервые, кстати, за, наверное, за год или за долгое время энергетик купил. Просто ради эксперимента, не знаю. Посмотреть, как он подействует. Вкус отвратительный. Но напоминает чем-то пиво какое-то. Хотя он безалкогольный, просто энергетик. Там таурин содержится. Вот я хотел проверить. Поможет ли он как-то мне настроение улучшить. Но его нельзя много пить, короче. Ну ладно, неважно. Короче, она такая говорит. Я такой беру маску, просто снимаю. На вопрос, как мне это показывают, что у меня борода. Дальше. Она спрашивает, ну а сколько, я так говорю, 30, ну, короче, сказал, сколько лет. Она говорит, фу, как скучно. Что-то там, ой, как скучно. Что-то какую-то фигню начал. Я не понимаю, вот можете объяснить в комментариях, что она заигрывала со мной или что? Что она хотела от меня? Я не понимаю. Я как бы... Ну, хоть можете назвать меня тупым, там, как хотите, что хотите, пишите. Я реально не понимаю, что она хотела. Мне показалось, что она... Ну, меня это стресс немного вогнал, мне показалось, что она нападает на меня, как бы, ну, образно говоря. Какую-то неадекватную херь спрашивают. Я ее не называл скучной. Ну, девушки обычно в России, они, как, если хотят привлечь внимание парня, они не могут нормально сказать. Они никогда не скажут, типа, можно познакомиться. Как парень вот от меня подходит, как я подходил раньше, до работы. А сейчас у меня нет ни сил, ни времени, чтобы подходить, там, знакомиться. И никогда они не знакомятся, а сами они никогда не подойдут не познакомиться в России, в СНГ. Такая здесь традиция. Они, короче, какие-то унизительные подколы дают.
И ты это типа она обратила на тебя внимание. Но это же полная херня. Если так начинается знакомство, то как потом ты с ней будешь? Потом она скажет, потом она будет опять тебе говорить какие-то неприятные вещи, там какую-то херню. И она скажет, что это ты первый, ты вообще, я тебя не выбирал, это ты меня выбрал, там, ты ко мне подошел, там, типа, короче, завиноватят. Ну, я вообще не об этом хотел, мне пофиг. Я сдохну один, и, возможно, очень скоро. Зима усиливается, и будет уже ужасные условия труда. Зарплата будет такая же низкая. А что мама говорит насчет того, что на работу меня спросила этот Серега, ну, мужик здесь, который работает здесь. Я говорю, мама говорит, что это испытание, представь, что это испытание для тебя. Он говорит, так, а если ты умрешь от сердца на лестнице, я ему отвечаю, а все равно испытание, значит, не выдержал испытание, типа, а как другие? Типа. Ну, короче, маме похер на мое здоровье. Ей главное, чтобы я работал, а то, что я инвалидом могу стать, еще что-то случится, испорчусь, посажу себе сердце или спину, и, я не знаю, или что, или ёбнусь, если на высоте буду работать, или что, ну, мало ли что. Короче, я занудно говорю, потому что я зануда. И, короче, вот, главное, и что я сказал этой продавщице? Короче, я говорю, я что-то зачем-то решил ей сказать, не знаю зачем. Ну я сказал, ну да. Ну, короче, карточку, чтобы купить. Я говорю, я еще в психушке лежал. И она такая через секунд, через 8 додумалась спросить. По какой, из-за чего? Я сначала хотел сказать, что по крыше гулял, ну, небоскреба, хотел сбросить. Потом только говорю, я хотел поубивать много людей и затем себя. И, короче, она что-то сказала, я не расслышал, типа, подъебала меня как-то или что-то еще. Что-то тихо так сказала. Я, короче, когда... я уже ухожу. Говорю, приятной работы. Она говорит, спасибо. А там такой магазинчик, где как раз я еще подумал, пока дошел. Ну, я сказал это все. Только потом стал думать. Потому что произошло все так спонтанно. А этот магазинчик как раз тесный такой. Это охранник. Тесный магазинчик и... Там дофига народу. Там очень легко заразиться коронавирусом. И там... Как раз вот то, что я еще подумал, надо было сказать, если я устрою в вашем магазинчике бойню, я вас не трону, обещаю. Интересно, что бы она подумала на это. Короче, какая-то хуйня вообще. Ой, простите за мат. Короче, вот такая вот, такие стрёмные диалоги. А если я подойду и спрошу, можно познакомиться? Может, вы хотели познакомиться? Нет, не надо говорить, может, вы хотели познакомиться. Я просто это всем говорю на вы, как бы сказать. И сказать, можно познакомиться с тобой. А она скажет, пошел на. И все. Скажет, с психом, не хочу. Она не станет даже, ей не интересно, художник ли я или кто, что я за человек. И просто похер. Она
Надо было ей сказать, что я дворником работаю, она бы посмеялась просто. Короче, похер. Простите за грубые слова. Что-то охранник часто заходит сюда. Мерзкий этот энергетик. Привкус такой у него неприятный. Да, и у всех энергетиков, наверное, такой привкус. Я просто крайне редко пью вообще. По-моему, я его несколько лет не пил, энергетик такой вот конкретно. Ну, вообще, так, просто энергетик любого вида.